говоря, необычные салаты, согласитесь, мы очень часто уходим в украшательство. Что-то сверху незаурядное сотворить, удовольствие, да и только. Сами знаете ли, и лошадки в прошлом году радовались, да и без овечки уже в этом не обошлись. Ну а на деле совсем не обязательно проявлять чудеса изобретательности по части украшения. Точнее, так, декор, он, конечно, на восторг домашних и друзей скор, но и про ингредиенты забывать не стоит. Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте сначала салаты сочинять, а уже потом украшать. Отойти от извечных стереотипов салат-сочинения на самом деле совсем не трудно. Надо лишь соблюсти несколько нехитрых правил, первое из которых – картофельное. Салатный стол у нас, как водится, обильный, если не обходитесь без уважаемого корнеплода или клубнеплода, пусть он сочетается с мясом, соленьями, квашенями и желательно без майонеза. Далее как раз про мясо. Салаты с курицей удивительно вкусные и даже легкие, уж по цене точно один из самых бюджетных мясных вариантов. И распространение данной составляющей, что тоже очень празднично, может быть просто безграничным. Всего-то и надо, что соблюсти некую доминанту вкуса. Хотите придать довольно нейтральному мясу птицы, скажем, пикантные острые нотки, тогда смелее сочетайте с китайской капустой, чесноком или чили. Гренки не возбраняются. Соленую, ну тогда с маринованными огурчиками, жареными грибами, скажем, сыром. Сладкую, все фрукты практически к вашим услугам. Яблоко, груша, ананас, виноград, хурма, даже банан, даже манго, кисло-сладкую, тогда цитрусовые. И это все может приятно соседствовать с той же китайской капустой или салатным миксом. Еще одна стезя – добавление как бы нейтральных плодов типа авокадо или как бы нейтрального сыра, хотя сыр, естественно, разный и, естественно, добавит свои вкусовые характеристики. Но стоит взять на вооружение. И авокадо, и сыр составят отдельную партию морепродуктам, если птица вас чем-то не устраивает. Чего, как видите, не скажешь о нас. Искренне считаю, что салаты с куриной грудкой – настоящее украшение праздничного стола и даже, если хотите, некая замена, ну, вдруг надоевшему оливье. Кстати, размышления на тему, как же назвать этот салат, долгие размышления, прервал всего один, но веский довод. Он любимый, этот салат, потому что вкусный. Может быть, придется по вкусу и вам. Салат любимый. Приготовить салат из отварного куриного филе, сельдерея, нарезанной груши, измельченного китайского салата, изюма, кураги, рубленого яйца. Соль, перец по вкусу. Добавить зелень, заправить майонезом, выложить порционно, используя кулинарное кольцо. Ну а если кулинарного кольца нет, как нет, тоже не беда. Вот это не что иное, как часть упаковки из-под чипсов. А можно использовать, ну, например, банку из-под консервов рыбных или овощных, хорошенько промытую, у которой срезана не только крышечка, но и донышко. Удачи вам! Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Пока!